потом. Российским фондом федерального имущества продан на открытом аукционе пакет акций «Лукойла» в размере 7,59% за 1 миллиард 988 миллионов долларов США. Это является на сегодняшний день самой крупной сделкой в истории приватизации Российской Федерации. Сегодня цена, которая была заплачена, намного превышает те цены, которые были, скажем, средневзвешены за месяц, за три месяца, что является очень показателем, потому что практически никому еще не давалось в мире продавать такие крупные пакеты без дисконта. Я думаю, что здесь подавление будет. Для одобрения некоторых ключевых решений. Вот можешь поподробнее, что это будет за решение? Essentially, wherever we invest around the world, there are commercial risks, there are commercial risk of, and there is technical risk, and there is political risk. So wherever we are and operate around the world, we have political risk. So we certainly do give that, take that into consideration. ConocoPhillips would like to increase its ownership to 10% by the end of this year, 2004. And then we would like to, given market conditions and all, any other opportunities we have as a company, increase our ownership to 20%. That is done at our discretion. It can be through open market purchases, tender offers, combinations of that. But I would say for guidance purposes, that's probably something that takes place over a 2 or 3 year period of time. Что касается активов ЮКОСа, мы не рассматриваем приобретение активов ЮКОСа, потому что нельзя рассматривать то, что не продается. Во всяком случае, пока. Пожалуйста, следующий вопрос.